Казанский федеральный университет подписал соглашение о сотрудничестве с Международным финансовым центром «Астана». Подробности далее. Визит гостей из Казахстана начался со знакомства с историей Казанского университета. Одним из приоритетных направлений центра «Астана» являются зеленые финансы. Это реализация экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов, требующих инвестиций в образование будущих специалистов. Для новых компаний из 60 стран требуется подготовка кадров. Причем кадры новой формации, те, которые знают понятия и криптобиржи, криптовалюты, те, которые знают систему зеленого финансирования, исламского финансирования. С принятием Парижского соглашения тоже сейчас начинаем проекты по экообразованию, то есть поток специалистов в области экологического менеджмента. Тоже эта ниша является для многих университетов открытой. И поэтому думаю, что ваш университет, как флагман российской науки, поможет, и вместе с вами будем готовить специалистов для 21 века. Проректор по внешним связям Темирхан Алишев отметил, что Казанский университет готов создать специальную образовательную программу для подготовки климатических менеджеров и специалистов в области зеленого финансирования. Генеральный директор Павел Коктышев добавил, что это будет первое сотрудничество компании «Финтех Хаб» с университетом. Наша задача как инфраструктурных таких организаций – оказать вовремя поддержку инновационным решениям, да, или инновационным стартапам. Есть кейсы, когда компании из Татарстана, компании из Казахстана, инвесторы взаимодействуют, но это пока единичный случай. Учитывая, что они есть, да, то есть теперь на системном уровне мы бы хотели поработать с университетом. Встреча завершилась подписанием соглашения об установлении долгосрочных партнерских отношений между Казанским университетом и Центром зеленых финансов. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз.